Приветствую всех, с вами Валерий Секира. Сегодня я буду покупать обувь через американский интернет-магазин, который называется shoemetro.com. И также мы будем сегодня экономить деньги благодаря порталу dubli.com, который возвращает денежный возврат. Переходим на портал dubli.com. Если вы не зарегистрировались ниже этого видео, можете получить ссылку. Первое – это приглашение на этот портал. Второе – это посмотреть, как зарегистрироваться на этом портале. Ну, на самом деле, простая регистрация, как на любом сайте. Я ввожу свой логин, пароль. Дальше нам интересна кнопочка Shopping Mall, US Mall. Это американский торговый центр. Нажимаю кнопочку All Stores, показывает все магазины. И по алфавиту буковка S нас интересует. Здесь портал возвращает бесплатному пользователю по первому столбику. Если у вас платная подписка, то второй и третий столбик. Нам осталось найти магазин Shoemetro. И перейти, соответственно, на него, чтобы сделать, совершить покупку. Сейчас мы его найдем в списке. Вот, бесплатный пользователь получает 3,2% от цены, а у меня максимальный возврат 10,2%. Я нажимаю Shop. Сейчас нас отправит в интернет-магазин. Вот, открылся интернет-магазин американский. Здесь в нем также нужно вам зарегистрироваться, чтобы совершать покупки. Я введу свой логин, пароль. Вот логин, пароль ввел. Вам нужно будет зарегистрироваться на портале. Дальше вы, соответственно, и выбираете товар, тот, который вас интересует. Меня интересует обувь. Такой американский бренд. Нужно выбрать, соответственно, посмотреть линейку ваших размеров. Я свой размер знаю. Это 11. Дальше добавляю товар в корзину. И здесь можно количество. Мне нужно количество 1. Так, сейчас еще раз удалили. Выбираем еще раз товар. Добавляю в корзину. Размер. Корзина. Здесь есть промокод, который можно использовать, если в данный момент есть промокод на скидку MOVE20. Он может, конечно, не действовать, но сейчас просто посмотрим. Все товары так со скидкой, скорее всего, ну да, поэтому цена у нас не обновится. А дальше мы выбираем доставку. Я выберу средний вариант. Итак, только что я оплатил свой заказ. И мне здесь написали, что мой заказ принят. И, соответственно, можно распечатать чек. Все, вот мой чек. Покупка плюс доставка. Соответственно, совместная цена. Все, сегодня было видео о том, как я покупал обувь на портале Shoemetro. И, кстати, можете проверить, эта цена на такую обувь значительно ниже, чем в России. Плюс я еще получу 10% кэшбэк, практически 8 долларов назад, 250 рублей. А с вами был Валерий Секира, сегодня я покупал обувь. И пользуйтесь порталом Dubli.com, чтобы экономить деньги. И ищите там интернет-магазины, в которых очень низкие цены. И вообще там список огромный из магазинов. Этот сервис очень удобный. Всем пока. До встречи в новых видео.